Привет! Я Джинни, я очень рада приветствовать тебя на своем канале. Как вы могли увидеть, я нахожусь в своей комнате, и если вы сейчас смотрите это видео, то, скорее всего, я все еще нахожусь в больнице, так как сразу, почти после больницы, я, скорее всего, переезжаю в другой город. То, что вы видите сейчас, было снято еще в новогодние праздники. За несколько дней до того, как я легла в больницу, я старалась отснять как можно больше материала, чтобы вы не заметили мое отсутствие. Не знаю точно, что будет ожидать меня в новом городе, что будет со мной дальше, но точно скажу, что я начинаю жизнь с абсолютно чистого листа и абсолютно по-новому. Надеюсь, вы пожелаете мне удачи во всех моих начинаниях. Ну а это видео будет апгрейдом на мое старое видео о том, как я изготавливала значки своими руками. В этот раз я снова попробовала изготовить значки своими руками, они получились уже гораздо лучше. Да и в принципе, зачем об этом говорить, если и так понятно, что когда человек делает что-то несколько раз, то, естественно, скилл, вот это вот умение у него повышается. Ну и, собственно, перейдем к самоделкам. Я благодарю вас за просмотр этого видео. Поставьте ему лайк, подпишитесь на мой канал, смотрите также другие плейлисты и ролики на моем канале. Мне будет очень приятно, если вы ими поделитесь в своих соцсетях. Хотелось бы поблагодарить многих зрителей моего канала за поддержку, за то, что вы просто у меня есть. Вы все мне очень дороги, и я надеюсь, что вы останетесь со мной до конца. До встречи в новых видео. Всем пока!